Начинать. Поехали. По плану эта лекция предпоследняя. Мы посмотрим, что мы успеем. Попробуем успеть побольше. В прошлый раз я рассказывал про то, как делать синглитон. Ну, разговор, да, я завел про архитектуру приложений. То есть вот это вот... картинка про то, что у нас есть блоки, соединенные проводами, вот wiring, и как эти провода организовать в приложении, это вот и есть вопрос построения удачной архитектуры. Соответственно, мы думали, как это можно сделать, пришли к такому паттерну синглитон. GOF – это значит Gang of Four. Это четыре автора книги Design Patterns, знаменитой книги про паттерны объектно-ориентированной разработки. Вот там вот был такой паттерн синглитон, который был описан так, как мы рассматривали в прошлый раз. У нас есть класс, в нем статический метод, соответственно, у синглитона спрятан приватный конструктор, мы его получаем только через статический метод, соответственно, он один, и пользоваться им можно везде. И, но там у нас была такая анекдотичная история про то, как, вообще говоря, непросто сделать синглитон, даже такую простую вещь на Java. Но на самом деле это было скорее просто упражнение про, значит, concurrency programming в Java, а настоящий вопрос, связанный с архитектурой, он немножко в другом. В действительности GOF Singleton, я его теперь буду называть GOF Singleton, потому что это именно то, как в книжке GOF написано, это антипаттерн. И сейчас консенсус такой, что это как раз то, как не надо писать код. Потому что у него есть проблемы. И первая проблема, вот она здесь озвучена на слайде, а как мы автоматически протестируем компоненты, которые жестко связаны, значит, с синглитоном через статическое поле метода? Помните, я на прошлом или два занятия назад показывал такую библиотечку Makita и говорил, что вот когда мы поднимаем какой-то компонент, у нас есть возможность, значит, другой объект, от которого мы зависим, замокать, проверить просто, что его методы вызываются, да, подложить другую имплементацию. А если у нас синглитон, как его замокать? Ну, на самом деле есть такая библиотека, называется PowerMock, которая может статические даже методы подменять, но это дается, во-первых, большими тормозами, потому что она там все вообще обкладывает, все заменяет, класс-лоудеры там и прочие истории, все это начинает тормозить. Ну и потом... это неправильный подход. Поэтому, в общем, я скажу так, что никак это не протестировать. В действительности очень сложно, очень нетестируемый код у вас возникает, когда вы начинаете писать код синглитоны, и это основная проблема. То есть код, который жестко прибит, вот приварен просто-таки, значит, код синглитону, он становится нетестируемым, потому что вы не можете подменить этот синглитон на что-то другое. Это или вот очень сложно, или невозможно. Код, вот этот вот каплинг, пресловутый, он очень большой. То есть GOF Singleton у вас нарушает, увеличивает каплинг, нарушает Single Responsibility Principle. Single Responsibility Principle – это один из принципов объектно-ориентированного дизайна, который говорит, что класс должен отвечать за что-то одно. А Singleton начинает отвечать за две вещи. Во-первых, он сам по себе что-то делает, а во-вторых, его responsibility – это менеджить себя, то есть хранить свой единственный экземпляр, раздавать его другим и так далее. И все это в одном классе, и получается как low cohesion. Ну, то есть я постоянно вот эту говорю, high coupling, low cohesion, чтобы вы вот к концу уже начали этими понятиями манипулировать и понимать, о чем речь идет. И невозможно нормально тестировать. Это вот три основные проблемы GOF Singleton, которые делают его антипаттерном. И действительно сейчас консенсус таков, что это антипаттерн. И писать его так не надо. Окей. А как же писать-то? Ой, у меня картинки здесь нет. Но вспомните картинку, значит, про вот эти вот прямоугольники, соединенные стрелочками. То есть у нас есть... контроллеры, контроллерам нужны DAO, DAO нужен какой-нибудь connection pool, там, то есть разные слои, они соединены стрелочками. Вот самый первый момент, когда я спросил, а как это реализовать, кто-то из вас ответил, а давайте в конструктор передавать нужные ссылки на
нужный объект. Я сказал, да, это правильный ответ, но мы чуть-чуть позже к нему вернемся. Вот мы к нему вернулись. Давайте напишем следующим образом, что у нас значит, data source на самом деле, он получает connection pool как объект. И вот здесь вот, конечно, connection pool get instance, он работает вот через фабрику или через Singleton, это мы не знаем, но во всяком случае мы здесь можем создать connection pool, какой хотим, хоть через new, и подсунуть его в data source. Потом мы говорим, давайте создадим conference DAO и туда передадим data source. Потом speaker DAO, туда передадим data source, который один и тот же. Talk DAO, значит, здесь, конечно же, talk DAO должно быть написано, data source. И потом возвращаем контроллер, в который передаем все три. Смотрите, чем занимается этот метод. Этот метод занимается втыканием проводов в наши юниты, то есть он не делает ничего, кроме как создает всю стойку с нашими юнитами, втыкая в нее провода. То есть у него уже есть объекты, компоненты, он знает, какой компонент какому нужен, и в этом методе происходит инстанцирование этих компонентов и подпихивание компонент друг к другу. И этот паттерн, значит, который тоже в книжке Goff описан, это называется фабричный метод, то есть метод, который занимается изготовлением некоего компонента, в данном случае компонента контроллер, но на самом деле это целая стойка, да, но на верхушке у нее контроллер, соответственно, мы получаем контроллер на выходе из этой фабрики. Вот. И эта история, она полностью лишена тех недостатков, про которые мы говорили про паттерн Singleton. То есть это мы можем тестировать, мы можем в любой момент подменять любые имплементации, потому что у нас все передается через new здесь. И это работает. И в принципе, если у нас нет ничего другого, то как бы фабрика – это отличный паттерн, который и надо использовать вместо синглитона. Вопрос, правда, а где взять саму фабрику? Сама фабрика тоже должна быть синглитоном, наверное. Ну или в какой-то момент мы ее создаем в начале приложения. Это мы сейчас поговорим. Но здесь еще возникает и второй вопрос. Не слишком ли много здесь ручного труда? То есть немножко откода репит в глазах. А в то же самое время, значит, если мы посмотрим вот на структуру вот этих вот классов, то мы по самой сигнатуре контроллера, по самой сигнатуре конструктора можем понять, что ему нужно. То есть conference DAO, если это DAO, то ему нужен data source. Если это data source, то ему нужен data source, ну, connection pool. Значит, если это контроллер какой-то, то ему нужны DAO какие-то объекты. Соответственно, возникает вопрос, а нельзя ли эту фабрику автоматизировать? То есть весь процесс вот такое построение, втыкание проводов, просто взять и автоматизировать. То есть сказано, сделано. И этот процесс действительно можно автоматизировать. И тут возникает новая история, которая не описана в книжке Goff, но которая уже тоже десятилетиями существует и применяется в разных языках, в разных платформах, в разных фреймворках, называется она dependency injection. И с этой как бы парадигмой, я думаю, что вы или уже встречались, или встретитесь много-много раз за свою карьеру. И работает она следующим образом. У нас имеется, значит, некий инжектор, который занимается с чем? Он занимается тем, что он создает объекты, значит, путем поиска имплементаций для соответствующих сервисов. И он инжектит, ну или втыкает нужные провода, базируясь на некой метаинформации, которая есть об этих, на этих компонентах. То есть на диаграмме, значит, взаимодействия это выглядит следующим образом. У нас имеется две имплементации сервисов, у нас имеется клиент, то есть он создал вот эти вот все имплементации, создал клиента, а потом он подпихнул в клиента имплементации. Я буду использовать слово «подпихнул» вместо слова «inject»,
по-английски я бы говорил inject, по-русски так и хочется сказать подсунул, там, подпихнул, потому что именно то, чем он занимается. И если мы говорим про Java даже, то даже в Java существует много фреймворков, которые занимаются вот этим вот делом, которые реализуют DI вам. Но кажется, самый, ну не кажется, а так оно и есть, самый распространенный, самый известный и самый тот, которым вы будете пользоваться, и все им пользуются, и он уже сросся просто с Java, и огромное количество проектов как бы на нем висит, это Spring. И сейчас моя задача рассказать вам про Spring DI. Я бы хотел, чтобы вы как бы к концу курса очень хорошо понимали, что такое Spring DI и как это работает, и без проблем им пользовались и умели его отлаживать. Это как бы минимальная такая задача, которая вам, ну, очень пригодится. Но чтобы вам это зашло и чтобы вы это хорошо объяснили, я пойду таким немножко обходным путем. Это придумал не я, я это, значит, спиратил из тренингов Евгения Борисова. Есть такой очень известный консультант по спрингу, очень известный спикер, который все время рассказывает про спринг. У него есть тренинги, у него есть доклады, они все строятся на одном принципе. Значит, чтобы понять, как работает спринг, надо написать свой собственный спринг. То есть маленький DI-фреймворк, прям вот который можно буквально за пару часов создать самому. И когда мы начнем создавать DI-фреймворк, мы начнем понимать, откуда возникают вот эти проблемы, откуда возникает вот эта последовательность. Да? То есть если я вам сейчас расскажу, что вот Beam в спринге создается сначала, значит, он конструируется, потом постконстракты, потом он оборачивается в прокси. Вы, конечно, покиваете головой и скажете, ну да, ну да, но потом вы забудете, почему именно в такой последовательности, почему его там сначала в прокси не обернуть, например, а постконстракт потом вызвать. Вот. И, но если как бы сначала этот путь пройти прямо от Hello World, от Public Static Void Main в Java, то это становится очень логично, это все становится на свои места. Поэтому следующие там минут 40 я буду строить свой DI-фреймворк спрингоподобный. И в результате мы увидим все те элементы, все те шестеренки, которые есть в настоящем Spring-фреймворке, которые мы потом рассмотрим. Ну, погнали. Значит, представьте, что мы строим автоматического лектора. Робот-лектора, который читает, бота-лектора, который читает там ботам-студентам лекции. Работа бота-лектора простая. Значит, у него есть говорило, спикер, которым он передает звуковую информацию. У него есть слайд-шоу. Это видеосоставляющая, по которой он показывает, переключает слайды. И у него, собственно, должна быть лекция, которой он вычитывает откуда-то и переводит в звук и в показ слайдов. Соответственно, класс робота-лектора, он должен иметь, вот имеет ссылки на эти три компонента, и он имеет вот три поля. И, соответственно, мы бы хотели, чтобы наша фабрика, автоматическая фабрика, автоматический DI-фреймворк, который мы сейчас напишем, она магическим образом после создания робот-лекчерер подпихивала или инжектила сюда лекчер, спикер и слайд-шоу, исходя из тех имплементаций, которые есть у нас в коде. Соответственно, вот эта вот аннотация inject by type будет говорить, мы хотим, чтобы они здесь автоматом появились. Соответственно, когда они уже появились, то лекции читать становится просто, потому что у нас есть лекция, из лекции мы получаем слайды. Для каждого слайда мы говорим, покажи этот слайд на слайд-шоу и проговори этот слайд, значит, через спикер. То есть, видите, слайд-шоу не null, спикер не null, лекчер не null. И, собственно говоря, метод лекчер робота-лектора, он выглядит очень просто. Но мы ничего не знаем про имплементацию вот этих вот сервисов. И это
как раз-таки low coupling, high cohesion, хороший код. Тогда возникает вопрос, а как наше приложение зарядить и сделать, чтобы оно заработало? А для этого где-то должна быть фабрика, которая должна всю эту работу проделать. Поэтому main метод нашего приложения, он будет выглядеть так. Значит, создай нам робота-лекчера, значит, через new object factory, это фабрика объектов, а в ней создай, пожалуйста, объект robot-lecturer класс. Вот сюда мы передаем класс робот-лекчерера. И как только мы его создали, читай лекцию. Давайте теперь я вам буду показывать код. Так, DI example, robot lecturer, main. Вот ровно то, о чем я вам говорил. То есть мы создаем некую object factory, значит, и читай лекцию. Lecture, здесь нет никакой магии, тут все понятно, да? Соответственно, магия происходит где-то в object factory create object. Что это за магия? Как вы уже понимаете, у нас есть аннотации, у нас есть reflection, соответственно, у нас есть все инструменты для того, чтобы эту магию реализовать. Давайте ее реализуем. Значит, ну, прежде всего, так как мы запросили какой-то робота-лектора самого по классу, нам надо его как-то заинстанцировать. И, соответственно, нам здесь передали мета-класс, соответственно, нам надо от этого мета-класса получить сам объект, который мы создадим. И, соответственно, первое, что нам надо сделать, это зарезолвить этот тип. Значит, как этот тип может быть зарезолвлен? Значит, ну, смотрите, если мы посмотрим на, опять же, на наш main, что такое робот-лекчерер, робот-лекчерер сейчас у нас класс, но это мог бы быть интерфейс, а это какая-то имплементация его. Соответственно, мы могли бы передать сюда интерфейс и, значит, проинстанцировать интерфейс мы не можем. Соответственно, мы должны были бы найти все его, ну, его имплементации. И здесь уже возникает вопрос, а что делать, если мы не найдем ни одну имплементацию или найдем больше, чем одну имплементацию? Вот в этой ситуации как бы умные фреймворки, у них имеется огромное количество возможностей как-то подконфигурироваться, но так как у нас фреймворк сделан за 5 минут на коленке, то он просто останавливается и говорит: извините, но под эту дырку я нахожу, под этот разъем, я нахожу два провода, которые подходят под этот разъем, и поэтому я не буду ничего с этим делать. Или я не нашел ни одного провода, подходящего под этот разъем, поэтому я не буду ничего сделать. Поэтому, как бы, если найдя, значит, что такое сканер? Сканер – это, смотрите, библиотека Reflections, которая, значит, позволяет нам найти нечто, найти как бы имплементации, которые нам нужны, уже при помощи Reflection API описанные. Соответственно, у сканера мы нашли субтипы, значит, нет, не здесь. Я смотрю Resolve Input. Значит, субтипы типа, который мы передали, и если мы нашли ровно один, то он-то и есть наша нужная нам имплементация. Если мы нашли 0 или больше одного, соответственно, это ситуация, в которой мы не можем стартовать, и мы выводим runtime exception. Окей, но хорошо. Если передали сам класс, то он же используется. Значит, мы получили тип имплементирующий, и дальше мы должны создать объект. И здесь, опять же, мы создаем самым простым, тупым способом. Мы считаем, что у тех объектов, которые мы создаем, есть конструктор без аргументов. Мы не занимаемся конструкторами с аргументами для упрощения. Но во всяком случае мы его здесь проинстанцировали. Дальше, если я закомментирую вот эти вот строчки, давайте я их закомментирую и запущу этот код. Что сейчас произойдет, если я запущу вот этот вот код? Кто-нибудь успеет разбьютиться и сказать?
Там будет nullpointer exception на lecture.lecture. Да, 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 все правильно. Так, стойте, я же запускаю. Почему он не запускается? Сейчас. Да, совершенно верно. Nullpointer exception, потому что мы создали нашего робот-лекчерера, и типа, значит, он... Вот эти вот все поля, они проинстанцированы нулами. Опять же, как бы я сошлюсь на Евгения Борисова, который рассказывал такую историю своей практики. Не знаю, выдумал он ее или она действительно так такова, но, значит, она забавная. Он вообще сам в Израиле живет и как бы делает консалтинг там для разных компаний. Но в Израиле есть... комьюнити там очень религиозных людей, как вы знаете, там, и вот он каким-то очень религиозным там девушкам все это рассказывал, и, значит, он одна, слышал там, как одна объясняла другой, что такое аннотация inject там или auto-wire в Spring, говорит, ну смотри, это вот как чудо, ты вот здесь вот пишешь какой-нибудь data source, и так-то он инстанцируется нулом, но если ты пишешь здесь собачка автовайр, то как бы происходит чудо, и он волшебным образом, значит, появляется. И другая ей говорит, а вот я написала класс, написала здесь собачка автовайр, проинстанцировала, а он не появился, чудо не произошло. Наверное, я недостаточно верю. Вот. Но на самом деле... Здесь вопрос, конечно, не в чуде, не в вере, а в том, как бы, в чем ошибка была вот этой девушки, в которой не заинстанцировался автовайр. Вы же сейчас можете сказать? Просто у вас такая же может ситуация возникнуть на вашей практике. Вы написали, значит, какой-то класс, поставили аннотацию автовайр, работаете в спринге, как будто бы, но здесь как был нул, так и остался нул. Как вы думаете, в чем дело? Может быть, не через Object Creator было вызвано? Абсолютно правильный ответ. Да, конечно. Она создавала просто через new. И как бы, когда мы создаем объект через new, Java ничего не знает, когда она создает объект через new, что там за аннотации, что с ними делать вот, в рантайме. Как бы ничего здесь не происходит. Соответственно, да, но здесь как раз-таки главная история в том, что все вот эти вот магические штуки работают только тогда, когда объекты создаются не через new, а через механизмы DI-контейнера. То есть это надо просто как-то уяснить. Хорошо. Значит, теперь возникает вопрос. А как нам магически там или не магически подпихнуть имплементации? Причем, смотрите, у нас уже есть вот этот вот метод ResolveImple, который по типу, значит, может нам найти имплементацию. Соответственно, им-то мы и можем воспользоваться. Значит, окей. Так. Следующий шаг, который мы должны сделать, это сконфигурировать наш объект. Вот, назовем это эту штуку, которая занимается... значит, подпихиванием или инжектированием по типу конфигуратора. Создадим под это дело отдельный класс, потому что помним про Single Responsibility Principle, пишем много маленьких классиков для того, чтобы каждый из них решал свою задачу. И вот этот вот класс, он пусть занимается конфигурированием объекта. И так как вы уже догадываетесь, что мы захотим сделать много таких классов, которые конфигурируют объект для разных нужд, то мы создадим интерфейс, который занимается конфигурированием объекта. И этот интерфейс, он очень простой. Значит, configure. Сюда передается просто object, любая вообще ерунда, которую создала Java. Он должен ее проглотить, значит, что-то там с ней поделать. И, значит, если он что-то не смог сделать, там может быть вот это вот checked exception про reflective operation выбросится. Но во всяком случае он что-то делает с объектом, который ему передает, конфигурирует его. Соответственно, имплементация у нас сейчас, которую мы рассматриваем, это та, которая занимается инъекцией по типу, по, значит, аннотации, которая называется inject by type. Аннотацию inject by type
мы определяем вот таким вот образом. Не забываем здесь ставить retention runtime. Там пару лекций назад я рассказывал про то, что у аннотации есть retention. Если вы сами будете писать свои аннотации и забудете поставить retention runtime, то во время рантайма вы не увидите эту аннотацию при помощи reflection, потому что она сотрется как бы в рантайме. Вот. И как бы имея вот эту аннотацию в рантайме, мы, конечно же, можем пользоваться Reflection API, чтобы что-то с этим поделать. Значит, что мы делаем? Значит, мы получили объект, получили у него, у этого объекта, поля этого объекта через Reflection API, бежим по циклу и дальше говорим, что если над полем находится аннотация inject by type, мы пишем set accessible true, это для того, чтобы мы меняли private поля, иначе там Java будет возмущаться, как же так, ты меняешь private поле, ай-яй-яй. Но ее легко успокоить в рефлексии. Пишем set accessible true, а потом мы говорим field set. Значит, мы уже встречались с field set. Я уже показывал там пример на field set. Так как field – это объект, относящийся к классу, а не к объекту, то когда мы пишем get или set, то нам нужен сам объект. Сам объект – вот он, object t. А чем мы его заполним? А здесь у нас есть factory, который умеет создавать уже другие объекты. И у нас возникает замечательная рекурсия. У нас имеется type, правильно? Значит, мы по типу, как бы, который имеется у этого поля, мы можем создать объект, может быть, там каскадно другие какие-то объекты создадутся, и уже этот объект мы присваиваем в это поле. Видите, как просто? Ну, на самом деле не совсем просто, потому что нам бы хотелось дедуплицировать там на какие-то, то есть это все опять упирается в то, что createObject, метод createObject у factory, он гораздо, настоящий factory, он гораздо-гораздо сложнее, чем то, что мы сейчас пишем. Но, в принципе, это работает. И давайте мы сейчас убедимся в том, что это работает для нашего простого случая. Вот я комментировал вот эту вот строчку. То есть я получаю конфигуратор inject type annotated object и запускаю configure. И давайте запустим сейчас наш main и посмотрим, что сейчас произойдет. Сейчас должна лекция начаться. Вот, лектор заработал. Он показывает первый слайд, говорит бла-бла, показывает второй слайд, говорит бла-бла-бла. Потому что наша лекция, где там имплементация first lecture, она как раз из этого и состоит. У нее есть первый слайд, бла-бла, и второй слайд, который бла-бла-бла. И у нас есть спикер, у нас есть, значит, слайд-шоу, и они работают. То есть у нас система таким вот образом магическим заработала. Но это же не все задачи, которые решает DI-контейнер. Значит, допустим, мы хотим нашего робот-лекчерера, значит, внести некое разнообразие, чтобы он не выглядел совсем уж как бот, а заставить его рандомным образом в начале лекции произнести слово «всем привет» от 1 до 3 раз. Ну, скажем, вот так вот. Но чтобы вот этот вот параметр, значит, сколько раз он произнесет слово «всем привет», чтобы он инжектился, и как бы параметры этого инжекшена, они вот прописаны в параметрах вот этой вот аннотации. Ну, конечно, так DI в действительности никто не использует, но как слишком простой пример. Но на самом деле вы можете себе представить, да, что нам надо иногда инжектить некоторые объекты и параметры тех объектов, которые мы хотим получить через этот injection, мы хотим передать через параметры нашей аннотации. Вот. И как тогда быть? Написать еще один конфигуратор, правильно ведь? Значит, давайте посмотрим, как устроена аннотация. Ну, в аннотации все, я думаю, вам уже знакомо, понятно, есть минимум, максимум. Вот, это ее два параметра. Retention runtime, не забывайте про это никогда. Вот.
А значит, как эта аннотация должна заработать? Ну, конечно же, нам нужен еще один объект-конфигуратор. И вот он уже написан. Я как бы, в оригинале это все пишется прямо на ходу, но если бы у нас был какой-нибудь 8-часовой тренинг с вами или 16-часовой тренинг по спрингу, мы бы так и делали, но так как у нас две очень короткие лекции, то я уже показываю написанный код, чтобы это все сконцентрировать. Значит, смотрите. Он, этот конфигуратор, он implements object-конфигуратор, и, соответственно, что он делает? Примерно понятно, что. Значит, то же самое, что и предыдущий, он получает все поля, затем он бежит по каждому полю, дальше он выковыривает аннотацию inject-random-int из каждого поля, вот этот get-annotation. Но метод get-annotation, он возвращает либо null, если аннотации нет, либо инстанс вот этого интерфейса, собачки интерфейса, если аннотация есть. И вот если эта аннотация есть, тогда мы получаем этот min и max через annotation min и annotation max. Я напоминаю, что вот так вот они у нас существуют. И уже тут понятно, тут уже thread local random, next int от минимума до максимума плюс один. Все хорошо. Field set accessible, field set. То есть это вот вариант конфигуратора. Теперь возвращаясь в Object Factory, мы могли бы написать здесь так. Давайте, значит, теперь что у нас тут есть? Inject random int object конфигуратор. Конфигуратор 1 равняется new трали-вали. Вот, и, значит, и конфигуратор 1, configure obj. Ну, давайте, давайте хотя бы так напишем и запустим. У нас все компилируется. Так, что ему не нравится? Ему не нужна фабрика? Хорошо, не хочешь фабрику, не надо. Я думал, да, ему действительно фабрика не нужна. Он же там не объект, а int и подпихивает. Поэтому зачем ему фабрика объектов? Правильно, все, что нужно, он содержит сам в себе. Давайте запустим нашего робот-лекчера и посмотрим, что он сейчас нам выведет. Что-то не сработало. Так. Я знаю, что не сработало. Давайте вот я сейчас вот эту вот часть тоже сюда вставлю, пока не обращайте на нее внимания, а потом объясню, в чем дело. Давайте-ка. Вот, видите, он три раза сказал всем привет, а следующий запуск он что скажет? Три раза. Давайте, это же рандом. Вот, два раза. Отлично. Видите, рандом работает. Про это пока забудем. Смотрите, какая здесь некрасивость получается. У нас ведь количество конфигураторов может расти, и даже более того, пользователи нашего фреймворка захотят делать собственные конфигураторы. Ведь правда? И чтобы не плодить вот этот баян из перечисления тех конфигураторов, которые мы накладываем на объект, мы можем использовать паттерн chain of responsibility, когда каждый конфигуратор регистрируется, ну или находится чем-то, все они собираются в лист, и уже мы идем по этому листу и конфигурируем среди всех всеми доступными нам конфигураторами вообще. Делается это вот таким вот образом. Давайте вот так вот и вот так вот. Значит, метод configure работает очень просто. У него уже есть список конфигураторов, взявшийся откуда-то. И, соответственно, он просто идет по этому списку и для каждого конфигуратора выполняет configure. И вы можете спросить, а откуда у нас взялись эти конфигураторы? А я отвечу, магическим образом, это же dependency injection. Мы таким же макаром, каким инжектим
поля в объекты создаваемые. Таким же образом мы можем найти все имплементации класса конфигуратор, заинжектить их в фабрику и работать. И здесь возникает следующая мысль, как бы, которая сейчас должна у вас в голове появиться, что DI паттерн – это как фрактальная штука, он начинает повторять сам себя везде. То есть если мы завели где-то в приложении DI, то сам DI контейнер при своей реализации много где начинает DI использовать для того, чтобы самого себя проинициализировать. И эта вещь повторяется там на многих-многих уровнях, так вот буквально фрактально. И это прям очень здорово, потому что это такая легко воспроизводимая идея, самовоспроизводимая идея, которая начинает здорово помогать. Но давайте посмотрим, как же у нас конфигураторы-то создаются. Но здесь очень просто. Опять же, у нас наколеночный код, мы, значит, реально самоприменимостью не занимаемся, поэтому мы просто в момент, когда мы создаем Object Factory, мы сканируем, конечно же, все субтипы класса, ну, это интерфейс Object Configurator, все имплементации интерфейса Object Configurator, и, значит, инстанцируем и добавляем их в Configurators. И вот мы собрали лист всех конфигураторов. Вообще, то есть, понимаете, класс Object Factory не знает о том, какие конкретно конфигураторы есть. Он, здесь их нету в импортах. То есть они здесь есть, конечно, сейчас в импортах, но они уже серенькие, они уже не нужны. Давайте я Ctrl-Shift-O нажму, и все, они пропали. Он не знает ни про какие конфигураторы. Какие там стандартные, какие напишут пользователи, не знает. Он просто говорит, дайте мне все конфигураторы. Ему все конфигураторы Ops зарегистрировались. А потом он бежит по этим конфигураторам и их применяет. Запомните, как бы, вот этот подход, этот паттерн, и много-много раз будете использовать в своей жизни, потому что код наивного программиста, код джуниора чаще всего таков. У меня есть три класса A, B, C. Они делают шаг 1, шаг 2, шаг 3. Значит, где-то я должен прописать new класс A, делай одно, new класс B, делай другое, new класс C, делай третий. И потом, когда у тебя появляется класс D, а класс B удаляется, или когда у тебя появляется необходимость какой-то гибкой платформы, да, что там в одном месте у тебя еще есть класс E, а в другом еще класс F, а класса E нет, то тут возникает вот такая огромная лапша. Вот. Так вот, чтобы этой лапши не было, мы используем change of responsibility, мы используем просто список всего, что у нас работает. И это и с DI-контейнерами так работает, и без DI-контейнеров. Это просто общий такой подход. Так, на чем бишь мы остановились? Мы остановились на том, что мы взяли и все сконфигурировали. В данном случае один конфигуратор отработает, и второй конфигуратор отработает. Запустим. Замечательно. И я напомню, что сейчас он не скажет нам «Всем привет!». А давайте вернемся в нашего лекчерера, нашего робот-лекчерера, и спросим, а вообще в какой момент он должен говорить «Всем привет!». Вот мы получили здесь лекчер, лекчер, спикер, слайд-шоу, репит. И как бы где тот момент, когда он должен что-то начать говорить нам? Сейчас, извините, надо сбросить вызов. Сейчас. И этот момент – это не конструктор. Скажите мне, почему не конструктор? Кто-нибудь скажите мне, почему в конструкторе я не могу написать вот так вот. Потому что мы вызываем конструктор раньше, чем мы инициализируем переменные. Абсолютно верный ответ. Спасибо. Да. Я все очень простые вопросы задаю. Мне нужен просто ваш ответ, чтобы я понял, что вы не спите. Спасибо. Значит, действительно, мы вызываем конструктор раньше, чем инициализируем переменные. Если мы в конструкторе попробуем воспользоваться переменной repeat, то, значит,
если мы в конструкторе попробуем воспользоваться переменной repeat, то тогда получается так, что не будет у нас переменной repeat. Соответственно, нам нужен специальное место, которое вызывается после того, как мы все проинъектируем. И это место называется постконстракт. И значит, этот постконстракт на самом деле даже не наша аннотация, она, видите, стандартная. Она, значит, давайте я выключу Telegram, а вы тогда все вопросы не через Telegram, а через голос задавайте, потому что у меня один монитор, к сожалению, в этот раз. Значит, она вообще стандартная, входит в пакет JavaX Annotation, она понимается спрингом, она понимается всеми, там есть определенная семантика, есть постконтракт и предестрой. Значит, и в данном случае она говорит о том, что после того, как мы создали объект и отконфигурировали объект, мы вызываем некую инициализацию, которая, ну, в данном случае это, конечно, просто болтает там всем привет, но в действительности мы можем здесь уже собрать какое-то внутреннее состояние, которое базируется на проинжектированных полях. Да? То есть здесь может быть еще какое-то поле, допустим, int там foo, и здесь мы можем сказать, что foo равняется repeat в квадрате. Вот. И вот тут-то оно как раз и проинициализируется. Здесь возникает вопрос, но я думаю, вопрос уже не возникает. А что же нам делать-то? Ну, еще написать Object Factory, чтобы она дергала постконстракт методы, да? Но это уже не конфигураторы. Хотя, в принципе, это можно оформить как конфигуратор. Правда, это должен быть такой конфигуратор, который выполняется после всех вот тех предыдущих конфигураторов. Да? То есть у нас получается как бы конфигураторы первого звена, которые, значит, что-то делают с объектом, а потом постконстракт по сути своей, вот invoke init methods, он работает как конфигуратор. Ну, тут просто он сделан в один метод, но в принципе это та же самая. Он получает что? Он получает объект T, ну, тип его здесь просто закэширован в аргументе, но в принципе мы тип тоже можем из этого объекта получить, то есть это все можно свести к тому самому интерфейсу. Опять он бежится по всем методам. Если над методом имеется annotation present postconstruct class, тогда он инвоцирует этот метод. То есть если у нас может быть несколько postconstruct методов, и все они будут инвоцированы таким конфигуратором. Сейчас у меня где-то есть слайд. Значит, вот они, первые шаги. Значит, когда у нас возникает, сначала у нас возникает создание объекта, мы нашли его имплементацию и проинстанцировали его при помощи рефлексии. Затем у нас имеется цепочка конфигураторов, которую мы всю прогоняем над этим объектом, чтобы напихать его, обогатить его, значит, провести всю магию аннотационную, которая есть на этом объекте, и эта цепочка, она пробегает над ним. После того, как эта цепочка пробежала, на данной диаграмме это как бы постконстракт. Хотя на самом деле здесь возможна еще одна точка расширения. Это просто как бы второй очереди конфигуратор. То есть постконстракт, на самом деле, он выступает у нас как конфигуратор, но просто второй очереди. Вот. И ура, мы заработали. Если мы сейчас вернемся в наш класс Object Factory, на каком методе мы остановились, значит, давайте запустим и проверим, что он работает. Да, он говорит сколько-то раз всем привет, потом он показывает слайд. Но это еще не вся история. То есть это уже большой кусок, но это еще не весь кусок того, чем занимается Spring EDI. Spring EDI еще занимаются аспектно-ориентированным программированием, про которое сейчас я что-то, возможно, успею рассказать. Аспектно-ориентированное программирование – это вот что. Это изменение поведения, стандартное изменение поведения метода. Что я имею в виду? Допустим, мы хотим измерить, насколько быстро наш говоритель говорит.
Так, есть у нас спикер, ну, допустим, вот. И чтобы это дело измерить, мы повесим сюда такую аннотацию «бенчмарк». И мы хотим сказать, ребята, давайте любой метод, который помечен аннотацией «бенчмарк», он будет таким образом обрабатываться. Перед началом этого метода мы говорим, что мы засекли секундомер, потом он обрабатывается, потом после выхода из этого метода мы говорим, что метод выполнялся столько-то времени. Давайте я в нашем Object Factory вот последний метод раскомментирую, запущу. Мы посмотрим, как это может выглядеть. Не работает? Ай-яй-яй. Так. А может быть, надо вешать над бенчмарк над всем классом? Опять не работает. Ну ладно, сейчас будем по ходу попробовать разбираться. Так, а где-то же он все-таки у нас работал, работал. Сейчас попробуем разобраться, что же у нас не так. Значит, давайте сконструируем всю эту историю. Ну, во-первых, сама аннотация бенчмарк. Сама аннотация бенчмарк, она простая, у нее retention runtime, и, соответственно, у нас ничего больше в этой аннотации нет. Все интересное происходит, опять же, в каком-то конфигураторе, который будет что-то делать с объектом еще дополнительно. И вот что это такое? Да, вот так вот это должно выглядеть на самом деле, если бы это работало. Значит, для того, чтобы модифицировать работу объекта какого-то, существует возможность, это возможность как бы задокументированная, существующая в Java, навешивать прокси объект над объектом. И этот прокси объект, он создается при помощи Reflection API, той части Reflection API, которую мы еще не рассматривали. На самом деле, как это работает? У нас имеется колер, он вызывает какой-то метод, но в действительности, ну, прокси как бы он реализует те же интерфейсы, что target, все замечательно, то есть мы вызываем метод, но в действительности мы вызываем метод прокси объекта, который может делать какую-то служебную штуку, а потом внутри себя вызывать еще метод target и возвращать, потом как-то обрабатывать и что-то с этим делать. Так вот, у нас возникает еще один конфигуратор, который мы называем benchmark proxy конфигуратор, который работает следующим образом. Он получает, опять же, этот наш объект и оборачивает его в прокси. То есть, смотрите, в этот раз он получает один объект. Если предыдущий конфигуратор, он как бы получал объект и возвращал void, потому что он работал непосредственно с объектом, то эта история, она имплементирует другой тип интерфейса, другой тип интерфейса, который называется прокси-конфигуратор, и у него уже возвращается не void, у него возвращается тип того объекта, который мы конфигурируем. Значит, что тут такого у нас? Мы получили объект T, мы получили у него все методы, и мы возвращаем из прокси needed, если у нас бенчмарк присутствует над самим классом, либо он присутствует над каким-то из его методов. А дальше, значит, создается вот это вот new proxy instance. Что такое proxy? Proxy – это элемент Java Reflection API на самом-то деле, который позволяет нам определить перехватчик вызова метода. Смотрите, если у нас вызвался метод, вот тут мы имеем метод, мы имеем здесь аргументы этого метода. И, соответственно,
мы можем сделать нечто с этим методом. То есть мы можем сделать вот такой вот invoke, который что делает? Значит, он вот пишет вот этот benchmark метод, засекает nanotime старта, засекает, ну, инвоцирует сам метод end, и, значит, потом end-start пишет. Вот. Давайте попробуем поотладить, но у меня, к сожалению, слишком мало времени на отладку, но сейчас я попробую поотладить, значит, что здесь происходит, почему он не поймал на спикере или, слушайте, неужели здесь надо бенчмарк ставить? Ну, попробуем сейчас везде поставить бенчмарк. Возможно, это просто такая печатка у нас. Ну, не на интерфейсе же, ребят. Шо? А, да. А, значит, окей. Значит, все-таки здесь. Вот, значит, что-то он делает, значит, с ним. Но, может быть, просто не инвоцирует. Так, теперь давайте посмотрим бенчмарк Project Configurator. Запустим с дебаггером и посмотрим, приходит ли сюда спикер вообще в принципе. Да, first lecture, это нас не интересует. Speaker Impl интересует. Смотрим, идем. Is proxy needed? False. Ага, почему-то, хотя speaker impl, значит, что у нас за тип? Тип robot lecturer interface, тип T. А, смотрите. Значит, сейчас, секундочку. T, get class, это speaker impl, а type, это просто speaker. Как же оно у нас могло работать, я не понимаю, но, допустим, мы скажем, что type равняется T, get class. Ну, давай скастим. Вот. А все равно это сейчас не играет роли никакой. Так, что у него там не работает? Так, а на чем же он у меня работал-то, елки-моталки? Сейчас, секундочку. Потому что явно... Или он у меня работал на примере, где... Сам робот-лекчерер, наверное. Так, сейчас. First lecture, lecture, slideshow. Main. Странно. Сам робот-лекчерер. Но у робот-лекчерера что? У робот-лекчерера нету такого метода. Если здесь бенчмарк поставить, сработает он у нас. Очень странно. Или, может быть, что-то произошло после апдейта с 8 до 11, но вроде бы что-то не работает. Ладно, сорян, ребята, у меня сейчас просто нет времени доотлаживать. В общем, failed демо, извините. Вот, странно, вроде бы я запускал, у меня работало. Но, в принципе, идея понятна. Я думаю, что сам смысл, он как бы ясен, и здесь все окей. Что у нас? 13-17. Значит, смотрите, теперь окончательная картина, какая у нас возникает с последовательностью действий над бином. Давайте уже произносить этот термин, потому что этот термин, он у нас из Spring. Последовательность действий такая, что объект, который мы создали, называемый бином, после создания он конфигурируется, потом в серединке у нас выполняется инициализация, постконстракт методы, потом у нас выполняется наворачивание проксей, потому что, как вы уже понимаете, прокси-конфигураторов может быть несколько в зависимости от наших нужд.
И вот тогда только, когда вот эти вот три этапа прошли, мы получаем полностью инструментированный объект к тому, чтобы его использовать. То есть в действительности, когда мы что-то автовайрим, мы получаем не то, что мы хотели, а такого генно-модифицированный объект, инструментованный и обернутый, может быть, в несколько оболочек прокси. Вот промежуточные выводы как бы из той части, которую я хотел сейчас рассказать. Значит, четыре этапа настройки объектов. Ну, на самом деле есть еще пятый этап. Это предестрой этап. То есть, если мы сворачиваем приложение, и сам контейнер получает команду на то, чтобы закрыть контекст, то мы также знаем, что сейчас все у нас все, значит, заканчивается, разрушается, то мы можем дернуть еще предестрой, методы, которые аннотированы предестроем, чтобы что-то там gracefully закончить. Но это уже в меньшей степени, да, используется, чем вот эти вот четыре. И вторая история, как только мы раскусили вот этот вот DI-паттерн, как только мы поняли, как бы, как он работает, то он начинает сам себя повторять, и, естественно, удобно использовать DI для того, чтобы делать DI-контейнер. И настраивать DI-контейнер при помощи вот DI-принципов. И этот момент важно понимать, когда мы перейдем к следующему слайду. Значит, добро пожаловать, Его Величество Spring. У меня есть вот такая вот такой вот толщины книжка, которая называется Pro Spring 5. Это вот такая большой-большой мануал по спрингу. Вот оно вот реально вот такой толщины, еще и огромного формата. Но она, правда, быстро читается, потому что там ничего такого особо сложного нету. Но вот интересно, на первой странице там написано такое, что, возможно, самая сложная часть в объяснении, значит, спринга – это классифицировать, что же такое спринг. Вот. И действительно, спринг трудно классифицировать. Спринг настолько сильно въелся в экосистему Java. У меня курс лекции называется Core Java. То есть он не подразумевает как бы знакомство с какими-то фреймворками, библиотеками за пределами стандартной библиотеки. Но сделано одно исключение. Исключение сделано для спринга. И оно сделано не зря, потому что он реально въелся очень сильно в инфраструктуру. Даже если вы спрингом не пользуетесь, то какие-то идеи все равно они где-то рядышком витают или где-то кто-то рядом все равно пользуется. И, в общем, понимание спринга – это must have для Java-разработчика. Ну, попытаемся все-таки понять, что это такое. Во-первых, Spring Framework – это DI-контейнер. И что такое DI-контейнер, мы уже узнали предварительно и поняли. Во-вторых, это средство аспектно-ориентированного программирования. Что такое AOP, я вам попытался тут неудачно показать. Sorry. Вот. Кроме того, он облегчает тестирование, он облегчает интеграцию с огромным количеством технологий. То есть вообще каждая технология, каждая база данных, каждая там какая-то библиотека, все, что есть на свете, все вот так вот поглощается спрингом, спринг дает свои какие-то обертки, там свои какие-то Spring Boot стартеры появляются у него. Вот. И все вот он запихивает вот эту вот свою DI, такую конструкцию, которая автоматом выстраивается. Ну и кроме того, ему уже много лет, он бурно кипит, развивается, каждый раз выходят новые версии, каждый день там у нас что-то происходит в экосистеме спринга. В общем, это огромная такая штука, которую никак невозможно игнорировать, если вы на Java разрабатываете, и, в общем, с ним вам придется познакомиться гораздо-гораздо ближе. Ну, давайте посмотрим, значит, чем он нам может помочь. Вот с нашим примером, который мы только что рассмотрели на модельном таком псевдоспринге. Значит, еще раз напоминаю, вот так вот выглядел наш класс main в самодельном примере. Вот так выглядит класс main на спринге. Давайте, у меня где-то есть этот пример. Где-то я его запускал. Называется он Spring
Bring example. Вот я его запускал. Давайте его запустим. Посмотрим, как тут что пройдет. Да, вот здесь, кстати, и бенчмарки даже работают. Но при помощи аспектно-ориентированных штук. Но к ним сейчас подойдем, если время нам позволит это рассказать. Значит, смотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь над классом main находится волшебная аннотация ComponentScan. Ее смысл сейчас полностью вам расскажу. Вообще мы идем по верхам, поэтому я только самые-самые такие важные концепции Spring рассказываю, которые надо будет запомнить. Значит, создается некий application контекст, это вот аналог нашей Object Factory, в которой мы видите, что передали, ему нужно что-то, с чего начать, за что зацепиться, поэтому передаем main класс, и взявший main класс, он посмотрит, какие над ним аннотации, и прочитает вот эти вот две. Вот это, как вы понимаете, она нужна для того, чтобы включить AOP. А вот это вот, она нужна для того, чтобы просканировать пакетики, например, на предмет имплементации. А почему мы там, в нашем предыдущем проекте этого не делали? Потому что я обращу ваше внимание, здесь у нас просто захардкожено было то, что он все имплементации ищет в пакете edu-физтех. Просто для нужд демонстрации это было захардкожено. А в случае с Spring'ом мы ничего хардкодить не можем и не должны. Мы передаем пакет, в который будут искаться, в котором будет выполняться поиск имплементации, мы передаем его в параметр аннотации ComponentScan. А дальше все просто. Значит, мы создали вот этот вот KTX. Относитесь к нему как к Object Factory. Значит, потом в этом KTX из него получили getBean, то есть объект, который реализует RobotLecturer класс, но на самом деле это может быть не инстанс RobotLecturer, а, как вы понимаете, уже обернутое в что-то в прокси, завернутое, куда подпихнутые всякие объекты и прочее. Но с точки зрения его интерфейса, это тот же самый старый добрый робот-лекчерер, которому мы говорим, читай лекцию. И оно так и работает. Давайте немножечко теории. Значит, в нашем примере вот робот-лекчерер и вот эти вот имплементации, speaker impl, slideshow impl, это Spring Beans, Spring Bean. Ну, Bean понятно, что Bob, там, Java, вот эти вот, как кофейные зерна, вот, короче, вот они. Откуда взялось это название? Spring Beans – это переиспользуемые программные компоненты. Если мы говорим про… Помните, я вам показывал картинку, где шкаф, там компоненты, юниты, эти юниты соединены кабелями. Вот как бы бины – это вот юниты, а кабели – это вайринг. Значит, соответственно… Slideshow Impl, тут стоят всякие интересные штучки, про которые мы сейчас поговорим. Тут стоит аннотация сервис. Сейчас мы про это, про все поговорим. Но главное, что для Spring мы можем превратить в bin любой класс. Они сделали так, что как наш класс, над которым мы можем повесить волшебные аннотации, так и какой-то класс из сторонней библиотеки, который мы не трогаем и над которым мы не можем повесить аннотации, годится. Тем или иным способом в bin превратить можем. Как бы свалка компонент – это ок. Но чтобы, значит, наша автоматическая фабрика смогла из этой свалки компонент собрать вот эту вот стойку, шкаф и правильно провести провода, нужны некие метаданные. Эти метаданные находятся в конфигурациях Spring. Соответственно, у Spring есть несколько способов задавать конфигурации. При помощи разметки кода аннотациями, при помощи укладывания в код рядышком с кодом всякие XML-файлы, где прописана вся вот эта вот разводка проводами, а в аннотации мы не пишем, и еще укладывание Groovy-скриптов рядышком. Ну, это Groovy DSL на самом деле. Вот. Наиболее употребимы в настоящее время и практично annotation-based конфигурация, потому что мы как бы пишем код, размечаем его аннотациями, Spring это все понимает и автовайрит.
История с XML-ами, она ушла в далекое прошлое, потому что XML уродливо выглядит, XML трудно писать человеку, постоянно теряешься там, где у тебя эти XML, где этот код, то есть это неудобно. Немножко прошлый век. Groovy, DSL тоже существует, но он не зашел. Но мне кажется, что XML, что Groovy, они менее удобны, потому что они существуют отдельно от вашего кода. Может быть, это и хорошо для чего-то, то есть вы хотите писать код, не зная, что он будет в спринге использоваться. Но это редко так делается. На самом деле все-то вы знаете. Эти спринговые аннотации просто размечаете в код. В огромном количестве тьюториалов и того, что вы найдете в вебе, еще встречается XML-конфигурация. Что я могу по этому поводу сказать? Не читайте эти тьюториалы. Это, ну, как бы, вряд ли вы будете пользоваться XML-конфигурацией. Не тратьте на это время. Лучше изучите аннотации и Groovy, как более современный метод. А мы будем говорить сейчас про аннотации. Значит, каким образом бины определять и порождать? В Spring два способа существуют. Так, я смотрю за временем, 15 минут осталось, но в общем, я постараюсь, что успею, то расскажу. Два способа. Первый способ – это class path scanning. То есть мы задали какой-то пакет или набор пакетов, которых мы сканируем, и ищем, что мы ищем классики, аннотированные чем-то вот из этого. Component, Service, Controller, Repository. Значит, на самом деле, чем отличаются эти аннотации? По большому счету ничем. Там есть, конечно, некоторые тонкости, про которые сейчас говорить не буду, но в первом приближении совершенно правильным ответом и разумным будет, они не отличаются с точки зрения механизма построения бинов ничем. То есть просто как бы их семантика такая, что у нас архитектура проекта слоистая, я уже говорил, что это такое, да, и у нас имеются репозитори, которые работают с базами данных, у нас имеется контроллер, который работает с вебом, то есть он принимает REST какие-нибудь там запросы и что-то отдает, и поэтому это где-то наверху находится. У нас есть сервис, какие-то сервисы, которые там с чем-то еще взаимодействуют или предоставляют какие-то услуги нам. И, соответственно, если мы хотим вот семантически разделить эти слои или, допустим, сделать еще какой-то тулинг, который скажет, пожалуйста, для всех контроллеров моих выполни вот это, то очень хорошо будет, когда у вас вот так вот семантически классы размечены. Сервис – это контроллер или репозиторий. Но с точки зрения Spring DI, скажем так, с точки зрения Spring DI, все это суть компонент. То есть мы над всем можем повесить компонент, получить тот же самый результат. Второй способ – это использовать configuration, класс аннотированный собака configuration, который на самом деле тоже суть компонент. Он тоже есть компонент, он тоже создается автоматом, просто configuration – это такая семантический подвид, подразновидность бина, который занимается тем, что он создает бины с помощью фабричных методов. Разберем первый class path scanning. Значит, мы уже увидели вот это вот. Component scan над одним из классов, который доступен application контексту, а мы передали там main class, main.class. Над ним обязательно будет какой-то component scan находиться, либо явным образом вы пропишете, либо если это Spring Boot, то там будет Spring Boot application, под которым все равно будет component scan. И вот здесь вот есть всякие атрибуты, где вы можете задать пакеты либо текстом, либо перечислив классы, значит, как типа безопасная альтернатива, потому что вы можете же переименовать пакет, и тогда вам надо не забыть вот здесь вот все попереименовывать, иначе перестанет работать. Вот. Значит, и, соответственно, он будет искать. Он будет искать в этих пакетах. И это, правда, удобно, не нужно никаких других действий. Чаще всего с вашими собственными классами вы именно так и будете делать. Но все классы, которые потом превращаются в бины, они должны быть проаннотированы, как component, service, что там, значит, вот эти вот репозитории. Иначе они не будут восприняты как бины. Но если вы хотите превращать в бины какие-то библиотечные классы, которыми вы не можете залезть в этот код и повесить сверху собачка, компонент,
то вам ничего не остается, как прибегать к другому способу. Другой способ вот какой. Вам должен быть, у вас должен быть какой-то класс configuration. Этот класс configuration, как вы догадываетесь, он должен быть либо явно передан в конструктор application контекста, либо быть доступен как component scan, потому что configuration — это всего лишь еще одна компонента. DI повторяет сам себя как фрактал. И чтобы в этом классе определить бины, надо пользоваться аннотацией bin, которая, собственно говоря, значит, нечто нам создает. Вот это вот фабричный метод. Вот здесь вот мы уже можем вызвать какой ручной wiring. Но на самом деле чаще всего он сводится тупо к вызову метода new. Ну вот, например, верни нам random caller, допустим. И что мы здесь получаем? Какой-то thread local random, потом создаем caller там из трех рандомных значений. Вот как выглядит этот configuration класс. Значит, здесь аннотация configuration, здесь bin, и, соответственно, всякий раз, когда мы напишем, допустим, caller, и над этим callerом поставим autowire, то Spring уже будет знать, откуда взять caller. Да вот отсюда, потому что здесь есть bin с callerом. Внимательные слушатели заметили еще одну аннотацию над методом randomCaller. Аннотацию scopePrototype. И здесь мы действительно определили, значит, некий scope, который есть два основных, ну и есть всякие кастомные. Но на самом деле важно понять два основных. По умолчанию scope у бина – это scope singleton. И вот тут вот мы вернулись как раз к нашему родному, дорогому синглитону, без которого никак. Ну, то есть вот тут на днях как раз Евгений Борисов выступал на Джокере и хорошо сформулировал, что синглитон как паттерн – это антипаттерн, а синглитон как концепция – без него никак, без него не прожить. То есть синглитон как единственный объект, который переиспользуется везде. Так вот, по умолчанию наш application context, Object Factory, работает таким образом, что если мы один раз random caller вызвали, ну, то есть один раз обратились за бином caller, то, создав этот объект один разочек, мы потом уже не будем фабричный метод вызывать. Мы закэшируем этот объект, и всем другим ребятам, которые попросят caller, мы подставим тот самый caller, который был создан при первом вызове фабричного метода. Ну и, соответственно, если мы по умолчанию там повесили собачка компонент там или собачка сервис над чем-то, то Spring его создаст один раз, и этот один раз созданный экземпляр будет всем подпихивать, когда надо что-то автоварить, он будет подпихивать всем одно и то же. Но если мы зададим scope prototype, то при каждом запросе, при каждом автоваринге мы будем либо новый создавать, либо заново вызывать фабричный метод. И в данном случае, кажется, это то, что мы хотим. Ведь мы же хотим random caller всякий раз, когда мы автоварим. Поэтому мы вызываем scope prototype. Но не все так просто. Lazy синглитоны. Давайте я совсем кратенько скажу, потому что здесь есть свои грабли. Значит, да, есть такая аннотация lazy. Да, ей надо уметь пользоваться, потому что по умолчанию что происходит? Как бы идея с lazy, она кажется хорошей только на первый взгляд. Ну, то есть, типа, у нас же есть тяжелые объекты, да, идея с lazy в чем? У нас есть тяжелые объекты, они долго создаются. Давайте мы сэкономим время на запуск приложения и не будем создавать тяжелых объектов, а вот когда он нам понадобится, в первый раз мы его создадим, а потом будем переиспользовать. И это плохая идея в чем? В том, что обычно, когда у нас какой-нибудь веб-сервис, нам, в общем-то, пофиг, что он будет долго раскочегариваться, долго стартовать. Нам важно, чтобы он быстро работал. Нам плохо, когда пользователь нажал на какую-то кнопку и ждет, а какой-то пользователь будет долго ждать, пока там он получит этот свой синглитон. Лучше уж он прогреется в самом начале. Но это еще не все. Вторая большая проблема с lazy в том, что если из-за проблем с конфигурацией какой-то мы этот объект не сможем создать, то мы это узнаем уже в процессе работы приложения. Об этом узнает пользователь.
он увидит эту ошибку. А если мы все как бы объекты создаем сразу же на старте приложения, и с каким-то из них возникла проблема, то пользователь не увидит ошибки. Ошибку увидит сисадмин. И просигналит разработчикам, что ваше приложение, ребятки, не запускается, оно валится с ошибкой. Это fail-fast история, она очень, очень правильная, очень хорошая. То есть мы как можно раньше должны узнать о проблеме, прежде чем пользователь дойдет до нее. Ну и кроме того, значит, с lazy инициализацией, вообще говоря, не все так просто, потому что объявили мы какой-то bin как lazy, а потом, если мы его инжектим в не lazy bin, то не lazy bin уже создается сразу, и поэтому сразу же на старте он потребует lazy bin, и тот все равно создастся, тут мы ничего не выиграем. То есть нам надо аннотировать как lazy не только bin, который мы инжектим, но и то место, в которое мы инжектим. То есть нам нужен такой lazy автовайр в этот случай, тогда только он будет действительно как lazy. Но вообще эта идея плохая. Другая концепция, видимо, все-таки я все не успею, но, опять же, тогда на последней лекции, что останется, то расскажу. Другая концепция – это bin name. Каждый bin получает имя, и этот ID-шник, он либо вычисляется из имени класса, удаляя большую букву, либо из фабричного метода, либо мы его можем задать явным образом. И виды впрыскивания. Давайте я расскажу про виды впрыскивания и на этом, наверное, закончим. Всего существует в Spring 4 вида впрыскивания, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. И их важно помнить и уметь грамотно применять. И всегда пользоваться конструктором впрыскивания. Это так. Значит, смотрите, что такое конструктор injection? Мы просто определяем вот здесь вот private final поля. И, соответственно, если мы их просто определим и не напишем никакой конструктор, то Java нам все подчеркнет красным. Ты должен в конструкторе эти поля проинициализировать. И ты говоришь окей. Значит, если пользуешься ламбоком, то пишешь require dark constructor. Если не пользуешься ламбоком, нажимаешь Ctrl-Enter в идее, идея генерирует тебе, значит, вот такой вот конструктор с тремя полями, которые инициализируются через параметры конструктора. И на самом деле это самая распространенная и наиболее часто употребимая штука, потому что он вообще не заметен. Ну, как бы то, что мы здесь вообще ничего нет, никаких автовайр здесь не написано, заметьте это. И как бы либо мы пишем конструктор, но если мы пишем ламбоком, а чаще всего, если мы пишем штуки, которые задействуют Spring, вот эта вот вся enterprise штука, фигня, ламбок там в какой-то момент появляется, потому что иначе просто невозможно такое количество кода писать boilerplate, а ламбок он сокращает boilerplate код. И все работает. Кроме того, он создает нам иммутабельные объекты. Видите, вот эти вот все штуки, они final. И объект, если создался, то его state уже не поменяется. Здесь мы ничего не подменим. Это очень хорошая практика, когда объекты private, final, хорошо на душе. Его легко тестировать, потому что мы можем создавать этот объект в каком-нибудь юнит-тесте без использования спрингового какого-то механизма. И оказывается, пишешь new, он говорит, а мне нужно вот еще три объекта. И такой, окей, там этот я замокаю. Сюда я напишу null, потому что это можно, а сюда там я что-нибудь создам. И юнит тестируешь его, это прям замечательно. Ну и четвертое, если у вас очень много здесь возникает полей, то у вас возникает уродливый большой конструктор с большим количеством параметров. И это такой звоночек, что вы нарушаете single responsibility principle, что ваш класс берет на себя слишком много, и, наверное, ваш класс надо декомпозировать на другие классы. Поэтому конструктор injection – это cool. Я рекомендую. Другая история – это setter injection. Когда вы пишете setter какой-то, вот set бла-бла-бла, здесь вы указываете тип того, что вам надо заинжектить. И если вы над этим методом повесите собачка auto-wired, то в процессе инструментации объекта Spring вам сюда таки подпихнет lecture, который вам нужен. Здесь много кода, и у него есть вполне определенный use case.
А в ситуации, когда компонента сама себе по умолчанию способна предоставить зависимость, допустим, для цели тестирования, то вы можете сделать setter injection, то есть по умолчанию у нее такое поведение, но внутри DI-фреймворка, DI-фреймворк ей выбрал какую-то другую имплементацию и через setter подпихнул. Это как бы возможно использование. Field injection. Смотрите, они уже не final, и это не очень здорово, потому что хорошо бы, чтобы поля все были final, и чтобы у нас state был иммутабельный. Они private, но мы же знаем, что Reflection API по барабану. Private, не private, он все умеет менять. Значит, и над ними висят вот эти вот аннотации AutoWire. Ну и сам здесь висит, естественно, компонент, то есть эта штука создается через фабрику, и фабрика будет ее инструментовать. И она увидит здесь поля, и в эти поля напихает. Значит, чем это хорошо? Вроде код поменьше, потому что сеттеры не надо писать, конструкторы писать не надо, но вне контекста спринга вы этим классом воспользоваться уже не сможете. Потому что если вы создадите этот класс, если вы создадите этот объект через new, вот эти вот все у вас будут нулами, они все private, с этим вы сделать ничего не можете. И как бы все, значит, объект такой нетестируемый и не существующий вне контекста спринга, и, значит, еще и как бы сильно привязанный вот к этому всему. Это не здорово. Но есть, опять же, один кейс, в котором field injection используется постоянно. Это в тестовых классах. Именно не при тестировании, а в классах тестов. То есть, когда мы пишем какой-нибудь Spring Boot тест, и в котором мы хотим что-то протестировать, какой-то объект, и мы его пишем там auto-wired, service, my service, и когда вот сам класс теста создается, он по-любому никак не будет создаваться, кроме как в Spring контексте. Он по-любому никак не будет переиспользоваться, кроме как в этом контексте. И в этом смысле вот Spring injection, field injection – это прям то, что доктор прописал, и люди этим пользуются. Ладно, lookup метод injection. Чуть-чуть забегу за конец, но мы не очень вовремя начали. Помните, я говорил, что есть у нас scope prototype, и у нас есть scope singleton объектов. То есть scope prototype каждый раз, когда мы, значит, создаем новый объект, когда это нам нужно. Но вот представьте себе теперь ситуацию, что у нас есть какой-то компонент, фу, значит, есть какой-то класс бар, у которого scope prototype, но компонент фу, он singleton, он один, ну, как бы это сервис. Вот здесь вот вместо бар можете представить себе random color. И дальше мы хотим, чтобы вот этот вот метод, который бар с маленькой буквы, он всякий раз, когда вызывался, использовал бы новый random color. Но в том виде, в каком написано на этом слайде, так работать не будет. Потому что когда создастся единственный класс foo, сюда заавтоварится какой-то экземпляр бар, какой-то random color, но он заавтоварится один раз, ведь foo-то инструментуется только один раз в процессе создания. И поэтому, когда вы здесь вызываете метод bar, sorry, color будет один и тот же, который лежит вот в этом вот поле. Как же быть? Для этого существует четвертый механизм автоваринга в спринге, последний, который мы на сегодня рассмотрим, lookup method injection. Делать надо так. Надо описать абстрактный метод getBar, bar, поставить собачка lookup, и теперь очень здорово все будет работать. Если над баром у нас стоит scope prototype, то всякий раз, когда здесь вызывается getBar, мы будем получать новый бар. Вы можете сказать, стойте, стойте, как это здесь getBar, а здесь abstract bar? Как это мы вызываем абстрактный метод? Мы вообще что, абстрактный класс инстанцируем? Смотрите, он же абстрактный. Кто размьютится и скажет, в чем тут дело? Ну, наверное, Spring когда определяет. Да, Spring переопределяет, но как бы правильный ответ здесь, он же в прокси все заворачивает. То есть Spring проксифицирует, и как бы заворачивание в прокси, оно может преследовать разные цели. И для аспекта Reddit программинга, и для каких-то внутренних нужд. И в данном случае
вполне себе компонента может быть абстрактная, если мы, значит, вот над этими сделаем лукапы, и тогда они будут вызываться. Но, естественно, если мы бар определим как синглтон, то getBar будет вызываться, но всякий раз будет возвращаться одно и то же значение. И в чем тогда смысл, значит, городить вот эту всю абстракцию? Но, значит, если он определен как прототайп, то вот эта вот штука будет работать. Это вот lookup метод injection, это то, что нужно, когда вам нужно работать с бинами с разным жизненным циклом, когда мы хотим синглитон с прототайпом подружить. Но в действительности, если вам не хочется делать абстрактный класс, он может быть и не абстрактным. Вы можете сделать его не фу, можете сделать здесь return null, чуть просто больше тут фигурных скобок и кода, но такое тоже возможно. И здесь мы работаем, и вот в процессе работы вот эта штучка, она не будет нулом, потому что getBar нам будет выдавать то, что нужно. На этом все, время мое вышло. Значит, следующая лекция про Spring и про Spring Boot, что получится, да расскажу, она будет последний. На этом все. Спасибо за внимание. На вопросы готов ответить. Можно? Меня слышно? Да, да. Ага. Чтобы использовать lookup метод, у нас обязательно название метода должно быть get и название бина? Хороший вопрос. Мне кажется, там достаточно, чтобы возвращаемый класс соответствовал тип метода вот этого. Соответствовал интерфейсу, который может Spring превратить в bin. То есть достаточно тип иметь. Вот. А так можете называть просто bar там или еще как угодно. Здесь все разруливание про типы. Да, здравствуйте. У меня вопрос про... Еще раз можете повторить про конструктор injection? То есть если там private final поля, то нам даже аннотаций никаких не надо. Spring сам догадывается, да? Значит, смотрите, вот в этом примере, если здесь как бы еще фигурирует lambok, видите, required args constructor. То есть если вы используете lambok и написали здесь required args constructor, вы можете убрать required args constructor, у вас тогда это не скомпилируется, но тогда вам придется написать конструктор robot lecturer, в котором прописать три параметра lecture, speaker и slideshow, и прописать this lecture равно lecture, this speaker равно speaker, this slideshow равно slideshow. И Spring, он работает с конструктором. Либо этот конструктор написали вы ручками, либо этот конструктор за вас написал lambok на этапе annotation процессинга ламбоковского. А потом в рантайме приходит Spring и работает уже с конструктором. Угу. Вот. Еще вопросы есть? Ну, тут по Spring много может быть вопросов. В общем, не стесняйтесь, задавайте в Телеграме, всегда готов ответить. Так, спасибо за внимание. Всем пока. До свидания.